Крупы, макароны, масло, сахар – далеко не полный перечень продуктов, которые химчане отдали малоимущим. В торговом центре «Лига» прошла благотворительная акция «Добрая покупка». Идею Министерства социального развития региона поддержала администрация «Химок». Мы в России, в принципе, люди такие, что всегда готовы оказать помощь ближнему. Но некоторые, это, знаете, как стесняются это сделать. В некоторых, может быть, хотелось бы, но возможности очень ограничены. А вот эта акция, она дает возможность каждому человеку, насколько это возможно, пусть даже это будет один пакет муки, пусть это будет там несколько банок консервов, так сказать, лично оказать посильную помощь тому, кому тяжело. Задача акции – оказать помощь малоимущим. Для этих целей в супермаркете одного из торговых центров установили тележки, куда каждый мог положить купленные продукты. Посетители торгового комплекса активно принимали участие. Все 4 тележки в течение первых нескольких часов заполнили полностью. Это здорово, что таким образом людям, которые попадают в сложную ситуацию, мы можем помочь. Помочь не словами, а помочь делами. Собранные продукты укомплектуют в наборы. По предварительным расчетам организаторов, их будет порядка 100 штук. Продуктовые наборы направят в комплексный центр социального обслуживания «Химкинский», где их получат адресаты. Ксения Каретникова, Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.